Алёша Гордеев, ну, в общем, в полной мере и в полном объеме защитил честь Пермского края. За это ему, конечно, большое спасибо, потому что это был подарок, ну, всем. С интеллектуального ринга в родную школу Алексей Гордеев вернулся абсолютным чемпионом. Он победил во Всероссийской олимпиаде по информатике. Юноша, по сути, готовый архитектор. Так в IT-среде называют программистов, способных на нестандартные решения. Лёше неинтересно работать с готовыми алгоритмами. И то есть тебе дают задание, вот напиши вот это. И ты это пишешь, когда все уже известно, как писать. То есть интересно, когда нужно что-то придумывать. Какие-то новые эффективные решения. Очень много еще не изобретено. Отличные результаты показали и одноклассники Алексея. Кирилл Симонов и Михаил Лазунов, а также девятиклассник Иван Белоногов – призеры Всероссийской олимпиады. Они лучшие из лучших 227 участников состязания. Путь к вершине, тем более олимпийской, совсем непрост. Одной одаренности недостаточно, нужен каждодневный интеллектуальный труд, плюс помощники – настоящие учителя от Бога. К олимпиаде мальчишек готовила педагог Галина Шульгина. Из года в год ее ученики занимают призовые места в сложнейших интеллектуальных состязаниях. Преподаватель говорит, что большая заслуга в этом и учителей математики. Ведь без царицы наук не состоится ни один программист. А Галина Михайловна, в свою очередь, старается ребятам давать самые свежие знания по информатике. Информатика относится к очень динамичным предметам. И вот за годы, что я работаю, я вот сейчас себя ловлю на мысли, что опять что-то неуловимо изменилось, и опять я вот морально готова к тому, чтобы изменить свою школьную программу. В Пермском крае вводится мода на мозги, и талантам создают комфортную среду для развития. Например, с прошлого года студенты пермских государственных вузов, набравшие более 225 баллов по трем ЕГЭ, первые три курса получают дополнительные стипендии из краевого бюджета по 5000 рублей. Я очень доволен, что победителями стали наши ребята. Я рад, что это выпускники той школы, которую сам заканчивал. И я очень надеюсь, что часть ребят, которые участвовали в этой олимпиаде, поступят в наши национальные исследовательские вузы и продолжат свою учебу в Пермском крае. У Алексея Гордеева теперь новая цель – летние сборы по информатике, а после – участие в международной олимпиаде. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.